Более 50 партий поборются за места в грузинском парламенте. Выборы пройдут в эту субботу. Фаворитом считается правящая партия «Грузинская мечта», которая пришла к власти в 2012 году. На втором месте по опросам блок «Единое национальное движение» и «Объединенная позиция сила в единстве». На третьем – Георгий Вашадзе, стратегия Агмашинебели. В нашей стране была революция. Предыдущее правительство сменилось в результате демократических выборов. Мы требуем перемен, и эта избирательная кампания должна быть демократической. В этом году партии выставили более 5000 кандидатов. Всего в грузинском парламенте 150 депутатских кресел. 120 мест распределяются по пропорциональной избирательной системе. Еще 30 мандатов в соответствии с принципами мажоритарной системы. Увеличение числа пропорционально избранных депутатов в парламенте Грузии – это, несомненно, признак большей демократизации общества. Это значит, что в законодательный процесс будет вовлечено больше гражданских групп. В политической системе с крепкой институциональной основой мы получим больше представителей от каждой группы общества, в том числе от тех, кому до этого не удавалось пройти в парламент. Подавляющее большинство партий, участвующих в выборах, выступают за интеграцию Грузии с ЕС и НАТО. Чтобы приблизиться к этой цели, как говорит глава избирательной комиссии, голосование должно пройти в соответствии с демократическими принципами. Если выборы проводятся с соблюдением международных стандартов, всех принципов и с учетом всех ценностей, это значит, что страна готова быть частью европейской семьи. Крайне важно, чтобы выборы были хорошо организованы, чтобы они заслуживали доверия, были свободными и справедливыми. Это покажет всем, что Грузия готова к евроинтеграции. Чтобы получить право на формирование правительства, победившей партии необходимо набрать не менее 40,5% голосов.